Однажды в жизни группы «Пурпур» приключилось смешное событие. НАТО решило, что нам было бы здорово всем прыгнуть с моста в Запорожье. Мы прыгнули. 4, 3, 2, 1, прыжок! Но в тот прекрасный момент мы подумали о том, что можно было бы открыть удивительный калейдоскоп экспериментов с НАТО. И сегодня мы проведем первый удивительный эксперимент, в котором НАТО будет бороться с виртуальными стихиями. Ну, сейчас мы посмотрим, собственно, что из этого вышло. Так, давай, я приложила, а ты натягивай. О. Нормально села? Да. Что ты видишь? Домики. Ты же глаз помнишь, да? Да. Обернись по сторонам, ты видишь кнопки лифта? Справа, справа. Да, вижу. Только я какая-то очень маленькая, по идее. Я. Ну да, кнопки очень высоко. А где пультик? Ага, так. Так она уже, я уже почти дошла. Но так, у меня такое ощущение, что я ползу к ней. Блин, ну как-то оно так высоковато. Все, отпускай, Гриша. Блин, так это... Я еду с дядей на машине. Я вышла из машины. Вау! Да-да. Так вы меня ловите хотя бы! Видите мои большие глаза? Боже мой. Через камеру, к сожалению.